Во дворце спорта «Юбилейный» в честь празднования столетия Карачаево-Черкесии стартовал всероссийский турнир по боксу памяти почетного гражданина города Черкесска Александра Давыдова. Немало воспитанников этого заслуженного тренера России занимали места на пьедестале крупнейших мировых спортивных форумов. С открытия соревнований наш корреспондент Артур Мхце. Для большинства поклонников бокса Александр Степанович Давыдов считается легендой. За долгую тренерскую карьеру он помог многим местным ребятишкам достичь ранее небывалых высот, сделал из них чемпионов. В боксерском мире быть воспитанником Александра Давыдова – своего рода знак качества спортсмена. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Мурат Храчев много лет занимался под руководством заслуженного тренера России. Советы наставника не раз помогали ему добиваться самых высоких результатов. Александр Степанович Давыдов очень талантливый педагог. И его талант он заключался не только в том, чтобы научить нас искусству ведения боя. Александр Степанович был для нас и отцом, и наставником духовным. И его мудрость, она дала нам очень многое в жизни. Для Карачаево-Черкесии нынешний год во многом особенный. Столетний юбилей просто не мог пройти без ряда важных мероприятий всероссийского масштаба. Одно из них – представительный турнир по боксу памяти тренера Александра Давыдова, организованный при поддержке мэрии Черкесска. В день открытия соревнований во дворце спорта «Юбилейный» собрались поклонники этой олимпийской дисциплины и люди, лично знавшие Александра Степановича, в том числе вне ринга. А также новое поколение спортсменов, которое тоже многое знает о человеке, в память о котором организован турнир. Иван Крещенович представляет Московский боксерский клуб. Знаешь ли, кто такой Александр Давыдов? Конечно, знаю. Это великий тренер. Он воспитал целую плеяду великих боксеров, таких как, например, Мурат Петрович Храчев. И большое количество мастеров международного класса по боксу. Об интересе к данному соревнованию лучше всего говорят заполненные трибуны крытой арены. Красочное шоу с участием юных спортсменов и танцевального коллектива сразу настроили зрителей и почетных гостей на действительно праздничную атмосферу под сводами дворца. Всероссийский турнир по боксу собрал в одном зале около 250 человек из 16 регионов страны. Даже само участие в состязаниях подобного уровня уже престижно. А уж вписать свое имя в историю нового спортивного календаря соревнования мечтает любой амбициозный боксер. Программа турнира рассчитана на несколько дней. Посетить его до 21 августа смогут все желающие. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.